Камран, у меня один вопрос к тебе. Давай, спрашивай. Сам. Вот помнишь, у нас с тобой разговор был про Асалу, что ты мне спрашивал, ты поддерживаешь Асалу? Да, я да. тебе ответил, что да, поддерживаю. Ты да. посчитал, что я неправильно тебе сказал, ну, то есть, что это неправильно, типа, поддерживать таких группировок. Я обратный вопрос хочу тебе задать. А ты поддерживаешь тот факт, который... Азербайджанец убил армяна спящего топором, и его сделали герой народным героем. Ты как это считаешь? Смотри. Это правильно? Можно, да, я отвечу. Смотри, человек давай за это смотри. Понес наказание. 9 лет сидел в тюрьме. 9 лет. У него статуса национального героя. Национальный герой – это статус, который дается в 99% случаев посмертно. У него статуса, то есть официального, национального героя нет. Часть населения считает его героем, часть считает его пострадавшим человеком, часть считает, что он мог бы поступить чуть по-другому. То есть здесь мнение разделяется. Правильно? Да. Скажу тебе честно, скажи мне, если кто-то плюнет на твой флаг, порвет его, что ты сделаешь? Что ты сделаешь, если кто-то плюнет на твой флаг и оскорбит его где-то в другой стране? Порву как тузик тряпку, блядь. Что я сделаю? Вот он и порвал как тузик тряпку. Если ты своего армянина, которого порвали, сравнил с тряпкой, то, как говорится, я это записал. Вот армянина с тряпкой, которую порвал наш Рамиль. Это он сказал, не я, кстати. Ты это слышал, Зураб? Да.